Привет, с вами Артур и канал «Реальная миграция». Сегодня после курсов английского языка я шел домой, сейчас у нас 11 часов утра, ну и по дороге зашел в магазин, китайский магазин, в котором продают мясо, рыбу, овощи, и купил немножко продуктов домой. Хочу стушить капусту с свиными ребрами. Давайте посмотрим, что я купил и сколько это стоит. Так вот, этот экземпляр, конечно, бесценный. Джаспер, кс-кс-кс. Да, Джаспер? Вот то, что я купил. Значит, большая капуста, томатная паста, вот такой большой кусок свиных ребер, морковка, чеснок, лук. Все остальное у меня есть. Сколько же это стоит? Я заплатил за это все вместе с налогами $19.48. Теперь посмотрим на прайс. Мясо я заплатил $10.73. $1.25 это я заплатил за лук. $1.99 я заплатил за чеснок. Потом 99 центов я заплатил за томатную пасту. 40 центов я заплатил за морковку и 4.12 я заплатил за большую огромную капусту. Так что вот так. Да, бесспорно, Нью-Йорк в принципе дорогой город. И кажется, за то, что я купил, заплатил $20. Но тут же и зарплаты совсем другие. Поэтому жить не столь накладно. До новых встреч!